Спонсором данного видео является сообщество по накрутке ресурсов в мире юрского периода. Здесь вы сможете приобрести все виды ресурсов по ценам ниже низких. Помимо стандартных ресурсов, вы сможете повысить свой уровень в игре, а также приобрести кубки в сражениях за эксклюзивное животное. Ссылка на данное сообщество и на сообщество канала будет находиться в описании к видео. Всем приятного просмотра! Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и я вернулся. Прошу простить, что не сделал какое-то видео о том, что я уезжал на канале, поэтому знали об этом только те, кто состоял в группе. Уж извините. Не было времени, готовился к практике, вообще не было времени ни на что. Вот, и, собственно говоря, сейчас я приехал, и вот пока пишу отчет, у меня появилось свободное время. Я вот думаю создать видео о том, как я съездил там, ну, вставить пейзажи, там что-нибудь рассказать. Вот, но самое главное, это, естественно, Jurassic World The Game. Пока я был на Кавказе, мне люди сообщали, что очень много обновлений, всего-всего прям понадобавляли. Мне уже просто хочется это посмотреть. В этом видео не будет новых животных, я, пожалуй, просто посмотрю, какие новшества добавились в игру. Так, значит, первое. Босс всемирных событий. Уничтожьте проект милитаризации тираннозавров Омега-09. Это, не знаю, что такое новый босс, возможно, соберите полную коллекцию. Так, появились наборы с животными из... как их назвать-то? За которых мы, грубо говоря, сражались раньше на арене. VIP в игре. Это специальные наборы, получается, в которых я могу выиграть каких-то новых животных, да? Вот, допустим, птеродактиль, да, сейчас можно выиграть. Так, и режим сценария. Какие-то появился, без понятия, что это. Нужно все смотреть, вау. Миссия VIP. Ну, VIP, как видите, у меня взломанный, потому что я попросил, чтобы пока меня не было, кто-то следил за моим парком. Понятно, за очки, да, покупать? Бистро на Мейн-стрит, часовая башня и набор птеродактиля. Так, ну-ка, погодите-ка. Рынок. О-о-о. Короче, ребята, ну вы это поняли, да? У меня много кого есть. Все из бывших этих есть, имеются. Престозух. Класс. В общем, ребята, дофига кого у меня есть. Это мы все будем смотреть в следующих видео. Таниколагреус. Это что это вообще такое? Престозух у меня же есть. Ну, сейчас VIP-тиродактиль, поэтому... Так, ладно, внимание, босс. Так, ладно, подождите, схватки. Ого-го, нифига, сколько всего. Так, появился поединок морскими животными, меня это очень и очень радует. Но для начала давайте посмотрим, что такое вот этот босс. Понятно. Сейчас посмотрим, что это за фигня такая. Я не знаю, что там было написано. То есть, кто силен против Омеги. Либо она сильна против всех. То есть, ей абсолютно пофиг. Либо любой против нее имеет преимущество. Выглядит она очень круто. Ах, вот оно что.
А я-то думал, что будет легко. Сколько можно? Офигеть. То есть очень прикольно вообще, если честно, мне понравилось. То есть вот так можно бесконечно с этим боссом бороться. Так, ладно, все это в следующий раз. Ну, внешние строения не поменялись, насколько я могу судить. То есть обновление было сугубо вот в этих всяких штучках. Классно, классно. Так, ну не знаю, давайте тогда просто битвы проводить, что ли. А, теперь вот эту фигню сделали, понятно. Кто-то, похоже, лайкает меня ВКонтакте. Не обращайте внимания. Знаете, это очень круто, то, что я сейчас вижу. Выигрывать у фаворитов. Ну, это все прикольно. Вот режим сценария, вот можно, кстати, попробовать. А поединок я показывать вам не буду. Это, по сути, тот же бой, что вы все время смотрите у меня, только... с этими, как его сказать-то, с настоящими противниками. Я смысла не вижу просто показывать. Так. Давай. Thank you.
прощай. Также не мог не отметить новую заставочку, да, она очень классная. Все, вообще все новое классное. Так, ну я предлагаю выиграть этих уже чудовищ глубин. И потом посмотреть, что за режим сценария такой у нас тут появился. Да, ну в этот раз без животных, ребята. Уж простите. Опа, плезавр. Уже интересно, противники сильнее меня гораздо. Сохраним, пожалуй. Опасно. В общем-то, уже и так понятно. Пришлось немного поменять противника, потому что, как вы заметили, в прошлый раз я уже проиграл, что бы я там потом не делал. Отлично, еще один термин титан. 100 випочков, шикарно. Так, ну вот этих редких, по сути, надо уже сегодня проходить, потому что не факт, что я завтра это смогу. Вот, ну давайте посмотрим, что вот такое. Сейчас дали выбор, выбрать трех животных и, ну, на свой вкус. И сейчас посмотрим, что надо делать. Вау, вау, вау!
Нифига себе, новая карта. Классно. Ах ты. Получать уже. Странно, конечно, почему у птеродактиля загнутый клюв, он же должен быть прямым. Да ладно. Черт, а, блин, забыл. Прощай. Ну, карта супер вообще. Хоть какое-то открытое пространство, а то там везде здания какие-то. В общем, до свидания. В общем, до меня немножко дошло, то есть получается режим сценария, это где не ты используешь не своих животных, а прокачанных или купленных, а ты здесь, получается, используешь тех животных, которые тебе дают. Вот, и что получается, а когда я смогу собрать набор? Непонятно. Но пока играть не будем особо. Может быть, в следующий раз как-нибудь. Так, сейчас я так предлагаю, нужно пойти вот сюда. Сейчас 5 секунд. Так, все, продолжаем. Ой, понятно. Здесь мы не продолжаем, потому что у нас тупо не хватит сил. А вот здесь уже, возможно, получится. Грандец ребяткам этим циртозаврам. Прощай. Вот это ты зря, вот это зря. Блин, зачем два-то? Тормоз, тормоз. В общем, обновление это получается чисто животное. Ну, это, конечно, неплохо. Но я ждал чего-то, знаете ли, эдакого. Чего-то более. Так, а если давайте посмотрим режим поединка. Ого! Ничего себе, он перец. Охренеть, блин. Охренеть и не встать.
опять же новая карта, именно ради нее я вам, собственно говоря, и показал эту битву. Кронозавр такой страшный, это ужас. Карта красивая. Тоби новых карт, они красивые. Мне нравится. Упс. Сейчас. Простите, пожалуйста. Будь здоров. Сказал бы я себе. Так, нужно поменять. На кого, на кого? На тебя. Одного ушатали. Меняем опять на Дунклесте. Да. Надеюсь, хоть теперь, в отличие от билдера, никто не будет мне критиковать, что я использую якобы не ту тактику. Я играю так, как я умею играть, уж извините за такую простоту меня, да. Так, ну-ка. Ой, а что это там такое было? А, ой! А, это VIP-очки, понятно. Я думал, что за фигня? Ну, набор загадка, это уже неплохо. Новое здание, которого мы еще не видели, 10 очков. Ну, собственно говоря, я вам показал. Так. Так, второй, подходи за ударом. Прощайте, молодой человек. Точнее, молодой рептилоид. Так. Ну что ж, остался последний бой. Собственно говоря, на этом можно видео завершать. Конечно, видео получилось не таким интересным. Здесь сплошные бои, я почти ничего не рассказываю, но... Знаете ли... Я это сделал специально, чтобы не пропустить эти события, чтобы вам их показать. А то я давно не успевал показывать события. Тут хотя бы босса, режим сценария показал, все дела. Так, последняя схватка. Это странно, очень слабого поставили. Кто там, суперзавр 40 уровня, что ли, был?
Блин, заколебали спойлерить их эволюции. Ну, 35-го, ладно, но все равно. Эй, что такое? Класс, игра вылетела. Так, ну-ка смотрим, что там произошло вообще, что это вылетело резко так. Я бью тебя. Чё, давай, давай. Отходи за удар. Отлично. Выиграли еще один набор. Кто же здесь? Ага, похитцы Фаузал. Ну, тоже неплохо. Так, ну, собственно говоря, со следующего видео начнем уже нормальные, стандартные мои видеозаписи. Ну, по этой игре начнем опять прокачивать животных, смотреть на их эволюции, выполнять миссии. А на сегодня, ребята, пожалуй, все. С вами был Дарт Сидиус. Всем всего хорошего. Увидимся в следующем видео. До скорых встреч и пока.